В Упорово презентовали сборник преданий и легенд о родном крае. В конкурсе «Добрые сказы Упоровской земли» приняли участие люди разных возрастов и профессий. Авторы литературных произведений показали не только свои таланты, но и знания истории родного края, культуры и местных традиций. По словам организаторов, тема самобытности Упоровской земли придает книге особый колорит, а реальность в ней переплетается с художественным вымыслом. Когда мы подводили итоги конкурса, то, наверное, были все члены жюри удивлены вот действительности глубине подхода к материалу и разнообразию того, что мы получили. Практически в каждой территории нашлось интересное очень событие или интересная легенда, сказка, которая была и воплощена вот в работу конкурсную. Книгу проиллюстрировала местная художница, а редакторами сборника стали учителя Упоровской школы. Пока тираж издания всего 400 экземпляров, часть сборников подарили авторам сочинений, а также передали в организации, которые помогают развивать туризм в Упоровском районе.